Сознание — это то, что делает меня мной. Это моя любовь к семье и к сырному соусу. Я — это то, что я о себе помню. И мы называем этот воспроизводимый образ репликой. Впервые в истории мы можем скопировать сознание человека. Если перенос памяти пройдет не идеально, может случиться все что угодно. Переносить мы будем меня, значит, решать мне. Другого добровольца у нас нет. А вот это моя дочь Зоя. Медицина уже не в силах помочь ей. Поэтому я обратился к вам. И я готов ради нее на все. Почему я здесь? По нашим подсчетам, когда стабилизация достигнет 85%, реплицированное сознание будет осознавать себя полноценной личностью. Она правда там? Это больше не теория. Я знаю, что ты сделал. Вера! Вера!